О, это уже четвертая часть нашего R2-D2. Ну, сборки нашего робота R2-D2. Так, на чем мы там остановились? Теперь берем вот эту, ребят. Переворачиваем нашу дешевую штуковину. Не могу просто. Вот так надо. Надо еще прижать. А теперь закручиваем два черных самореза. Теперь, ребята, берем вот эту, похожую на турбины. Готово. Вставил. Этого нету. Теперь берем вот эту. Ставили и закручиваем. И вот, ребята, мы уже вот закрутили вот эту нашу бандуру. И когда будет... Я уже хочу, чтобы в каком-то уже вот номере была проверка нашей этого мотора, ребята. Теперь ставим инфо. Красный дадочек. И чтобы наш робот знал, где препятствия. Ну или где лестница. Ну, боже, у нас есть вот лестница. А точнее, чтобы он находил лестницу. Вырос там. Лям-то наш датчик. А теперь закручиваем. Готово, ребята. И подключаем датчик к проводке. Теперь, ребята, берем вот эту. Все задевается попали. Все попало. Теперь прикручиваем. Сейчас винтом. Вот таких. Черных саморезов черных. Все, ставил. Ставил. Теперь надо закрутить. Газ. Готово, мать попола. Проверяем работоспособность двигателя. Я на камеру уже чуть-чуть проверю. Да, вот сюда. И просто смотрите. Просто смотрите и наблюдайте. Оно двигается. Вот, знаешь, мой балер. Тебя ставим заглушки, чтобы не было видно винтов. Ну, потому что это как-то так, ну, неприлично, ребята. Теперь в таком же духе продолжаем, но только до конца. Надо расставить на все эти заглушки. Смотрите, как надо. Кто-то там у меня шумит по имени Ароша. Это моя собака, ребята, если что. Теперь ставим топливные элементы. Разберемся. Вот, а теперь закручиваем 4 черных. Готово. Теперь берем крышку и берем даже вот такую же
детально, только я ее уже вот вставил, но не надо клеить. А, вот так, да. Точно. А теперь закручиваем 5-4 саморезика. И ребята, еще пишите в комментариях, кому будет 8 лет, кому уже 8 лет. Я вроде бы уже про это вот говорил, но надо повторить как бы. Да. Вот мне вот честно, вот говорю вам чисто правда, мне 8. Вот ровно 8. Готово, ребята. А теперь вставляем электропроводку. Тан. Вот. И тан. Тебе тан. И вот всё. Это вот всё. Да. А вот эту вот сюда. Парпон. Как? И вот, ребята, вроде бы как. Вот. Ну, я пока что вот так вот. Собираем контейнер для светового меча. Вот это вот так надо вставить. Теперь берем пружинку. Теперь берем вот эту шайбочку, больше похоже на нее. И вот я уже одну сделал. Вторую делаем точно так же. А теперь смещаем наши два контейнера. Вот так, теперь. И закручиваем нашими черненькими саморезиками. Все, окей, готово. Катя, а я вас вижу. Все. Готово. Вставляем зубчатую релику. Выставляем крышку и закручиваем. Готово. Вставляем в наш контейнер. Вот этот вот винтик 2х18 и закручиваем и вставляем его в другую дырочку. Готово. Выставляем донышко, как-то так оно называется, и закручиваем. Ой, готово. Значит, продолжаем собирать левую опору нашего робота. Берем вот эту. И берем вот эту нашу и вставляем. Кладем. Вставляем заглушки в нашу правую опору. Тень.
две вставляем, оставшие. А. Сейчас одну мне надо вытащить и заново ее вставить. Покрасивее. Вот так. А теперь вставляем вот это. Вот эту вставляем. Готово. Теперь вставляем, чтобы совпало все. Все, наше кольцо для купола, потому что пропустили, к сожалению, один номер. И я за кадром соберу до конца этот купол, чтобы вам не показывать это все. Это долгий процесс, потому что там много винтов надо крутить. Готово. Ребята, на этом четвертый выпуск закончен. Ждите пятую часть. Всем пока!